привет! Приглашаю тебя на наш большой бигстрим, который пройдет 11 декабря и начнется в 12 часов дня по московскому времени. В нашей секции IT-анализа и дизайна мы расскажем о том, как выявлять и собирать требования на удаленке. Кто такой IT-аналитик в сегодняшний день? Какая разница между бизнес-аналитиком и системным аналитиком? Да? Расскажем очень важный, интересный, значимый UX-кейс про ранжирование требования и обработку поведенческих данных для того, чтобы улучшить UX многократно пользовательского сайта. Расскажем о нашем Research and Development направлении, где мы разработали свою собственную ноу-хау-методологию выпуска продукта на рынок. С точки зрения дизайна мы расскажем новые методы разработки полей ввода и развеем очень забавные 7 мифов о том, что дизайнер просто рисует. Приходи, регистрируйся, ждем тебя 11 декабря в 12 часов дня по Москве.